Девы – фанаты порядка. Для них важно, чтобы все лежало по полочкам и все сидели на своих местах. А потому собака им нужна аккуратная и покладистая. Астрологи утверждают, идеальный вариант – миниатюрная такса. Девы будут воспитывать ее как своего ребенка. Такса с этой ролью справится на ура. В 2018-м удача начнет подкрадываться к девам с конца февраля. А уже весной вам от нее не убежать. Хозяйка года в восторге от представителей земной стихии. А потому наколдует вам океан счастья и море везения. Ныряйте, не задумываясь. Возможно, на дне вас ждут несметные сокровища.